Всем привет! Вы на канале Роботоп. Животные очень часто попадают в неприятные ситуации. Хорошо, что есть неравнодушные люди, которым иногда удается помочь и спасти невезучих бедолаг. Это 10 невероятных спасений животных, снятых на камеру. Начинаем. Но вначале рекомендую подписаться на мой второй, очень интересный канал Топ ТВ, название которого говорит само за себя. Там суперинтересные видео на самые разные развлекательные темы. Топ ТВ точно не будет лишним в твоих подписках. Лошадь по имени Джокер застряла по шею в яме с болотом, и сразу же начала звать на помощь, издавая громкие звуки. Спасатели и пожарные из Гамбурга прибыли примерно через час. А наездница все это время успокаивала свою любимую лошадку. Совместными усилиями им удалось вытащить бедное животное. Обессиленная лошадь даже не могла встать самостоятельно, но после капельницы и уколов, Джокер сумел подняться на ноги. Дальше совершенно истощенную лошадь повели домой, и хорошо, что это спасение закончилось удачно. Дальше очень драматический момент, операция спасения леопарда, который попал в колодец, и никак не мог выбраться самостоятельно. Случай произошел в районе Тирунелвели, южноиндийского штата Тамил-Наду. В прошлом именно там произошло несколько инцидентов, связанных с проникновением леопарда в места обитания человека. Как видите, люди не остались равнодушными. Спасатели опустили самодельную лестницу, чтобы позволить животному подняться из 10-метровой шахты. Леопарду никак не удавалось зацепиться, он все время падал в воду. После нескольких неудачных попыток было принято решение оставить лестницу и отойти в сторону. После двухчасовой операции, леопард сумел выбраться и убежал. Вы когда-нибудь задавались вопросом, как черепаха, оказавшаяся на спине, переворачивается на живот? Для неповоротливой рептилии этот гимнастический трюк – дело жизни и смерти. В таком положении, беспомощное существо может погибнуть от солнца или голода. И даже стать легкой добычей хищников. Хорошо, когда рядом есть друг, который всегда придет на помощь. Видимо, у черепах есть инстинкт помогать своим собратьям, если те случайно перевернулись. А сейчас вы видите, как черепаха напоролась на камень и повисла в воздухе. На помощь ей сразу прибежала другая, и спасла. На одной из ферм в Турции, большой медведь провалился в септик для отходов. Выбраться самостоятельно он, конечно же, не смог. Работник Эрик услышал странные звуки, а когда приблизился, был просто шокирован, как такой большой медведь мог там оказаться. Наверняка он пришел за парочкой сельских кур, но сам попал в ловушку. Вытащить его было нереально, так что пришлось привлечь рабочих, которые раскопали подход к коллектору, и выдолбили в бетоне дыру, чтобы медведь смог вылезти сам. Спасение прошло успешно, и косолапый быстро убежал в лес. Дальше еще одно невероятное спасение. Этот случай произошел в Кейптауне, где семья просто гуляла на пляже. На берегу они увидели мертвую акулу, которую выбросила совсем недавно. Подойдя ближе к ней,
Они заметили некоторое движение внутри ее живота, и решили проверить, в чем дело. Они разрезали акулий живот, и вся семья сразу догадалась, что акула была беременна. Мужчина вытащил шустрого живого акуленка и выпустил в воду. Но их удивление на этом не закончилось. Им удалось спасти из заточения тела матери не одну, а трех акул. Мужчина старательно вытаскивал акуленков из утробы, опасаясь их острых зубов. В итоге три малыша так бы и погибли в мертвом теле своей матери, если бы их не спасли добрые люди. Жми лайк, если сделал бы так же, и продолжаем. Дальше спасение молодого орла, который еще не умел нормально летать, и каким-то образом оказался в воде возле берега. Водоросли и густая трава мешали ему выбраться, и он бы наверняка погиб. Хорошо, что рядом на лодке проплывали люди, которые заметили бедную птицу, затащили в лодку и отвезли в безопасное место. В нагрузку они еще и угостили бедолагу рыбкой. Сами спасатели рассказали: «Мы никогда не видели, чтобы птица так застряла, хотя прожили рядом с озерами всю жизнь». Через несколько часов они вернулись на то место, где спасли орла, и обнаружили, что он был в гнезде с мамой и папой. Осенью они вместе мигрировали. А этот случай произошел в заповеднике, возле Масаи Мара в Кении. Вы видите, как молодой человек Кевин спасает жирафа, который запутался в электрическом заборе. На заднем фоне стоит несколько жирафов, которые с недоумением наблюдают за спасением своего друга. Человек в это время с осторожностью перерезает жилы, ведь получить удар током, или тем более удар копытом, он точно не хочет. Наконец нога жирафа свободна, животное поднимается и с радостью бежит к своим. Думаю, Кевин заслужил лайк за свой поступок, особенно за храбрость. А дальше несколько спасений слонов, которые тоже очень любят попадать в неприятные ситуации. Этот слоненок чуть не умер, когда провалился в болото и не смог выбраться сам. Так он пролежал 2 дня, а его мать стояла рядом и ничем не могла помочь. Спасатели вытащили слоненка с помощью трактора и помогли встать на ноги. Слониха стояла в стороне и не мешала, как будто понимала, что ее малыша спасают. Дальше очень похожий случай, где слоненок провалился в скользкую яму с водой и болотом. Самостоятельно выбраться не смог. Спасатели достали малыша и отпустили. К нему сразу подбежала мать, выказывая радость и обнимая своим хоботом. Людям очень часто приходится спасать собак, которые тоже нередко попадают в безвыходные ситуации. В этом случае собака упала в воду с высокой искусственной вертикальной скалы. Когда ее заметили люди, на помощь ей сразу бросилась храбрая девушка, которая прыгнула в воду прямо в одежде. Но перепуганный пес так крепко в нее вцепился, что девушка с трудом могла передвигаться. И вот на помощь девушке и собаке в воду прыгает парень. Вместе им удается спасти собаку. Хоть и с большими усилиями, но все закончилось хорошо. Иногда храбрые поступки ради спасения наших четвероногих друзей просто шокируют. Этот мужчина реально рисковал своей жизнью,
спасая собаку с искусственного водопада быстрой реки. Ему никак не удавалось дотянуться, чтобы ухватить и вытащить пса. Но в конце все закончилось очень благополучно. Ставь лайк храбрым спасателям. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если хотите вторую часть, пишите в комментариях. Подписывайтесь на Роботоп. Это были 10 спасений животных, снятых на камеру. Спасибо за просмотр. До встречи.